имя номер 4, Moscow Jeans, потому что он необычный, часть, больше его нигде не услышишь, репертуар, потому что у каждого концерта свой, приходить, наслаждаться музыкой, концертами. Мы вас знаем, на самом деле, уже очень давно, потому что этот интерес в первую очередь проснулся у моей мамы, и я, естественно, следом за ней отправилась. Но, к сожалению, так и получалось, что мы в основном по случайности оказывались на концертах. И, в конце концов, нам это надоело, и мы решили внести некоторое расписание в наше посещение филармонии, тем более, что они достаточно частые. На самом деле, я вот сейчас только собираюсь выбрать, потому что это очень сложный выбор на самом деле. Мы только что стояли, обсуждали в очереди, и... Это действительно тяжело, потому что мне нравится около 5 или 6 вариантов. Мне еще предстоит подумать, какой из них. Я узнала про абонементы на симфонические концерты, на послушать музыку от своей подруги буквально недавно. Она рассказывала, что ходит сюда со своей дочкой школьного возраста, 10-летней, каждый год. Так как мы недавно приехали в этот город, мы не знали поэтому об этом. И достаточно рада узнать, я буду водить свою дочь, в общем, тоже на эти концерты. Я очень рада, я сама в детстве ходила на такие концерты, я очень рада, что сейчас продолжается замечательная традиция, и что мы можем своих детей привлечь, приобщить к... Ну, это великолепно, слушать классику. А мы выбрали абонемент номер 10, симфонические сказки. В настоящее время посещаю, к сожалению, не так часто. Захотелось, купили абонемент. Мне понравились концерты Moscow Jeans. Ужасный год. Ну, допустим, нравился мне рок. Потом пришел к джазу. Сходил на классическую музыку, вот понравился.